Плыву к дому Одиссея на маленькой лодочке. Лучше мне не гневать Посейдона. Тот самый саван. Элпинор не обманул. Столько лет на Кефалинии, а я и не знал, что дворец Одиссея находится здесь.
знаю, где ты прячешься! Надо найти лучника. Эй, выпусти меня. Возможно, лучник еще здесь. Время не терпит. Ты еще дышишь? Ну что, видно что-нибудь? Вряд ли здесь кто-то есть. Что-то видишь? Говори. Прячьтесь, быстро! Он скрылся. О, Гермес, я не смог догнать. Есть что? Нет, здесь ничего. Ищите, или я сам вас убью. Так. Саван Пенелопы, воплоти! То есть в камень. Ugh!
Я спасена. Пойдем отсюда. Спасибо. Драться можешь? Разумеется. Спасибо. И как я могла попасться этим, Малакас? Ну и так я слишком опасна, чтобы ходить в одиночку. Но ты делаешь именно это. Да, ты прав. С шайкой разбойников я не справлюсь. Проводишь меня до дворца Одиссея? Я заплачу. Я провожу тебя до дворца. Что ж, мне повезло. Как тебя зовут? Алексиос. Я Одесса. Меня назвали в честь Одиссея. Зачем тебе туда? Во мне течет кровь Одиссея.
Я странствую. Ты потомок бывшего царя Итаки? Того, кто создал троянского коня и сразил циклопа. Того, кто побывал в землях лотофагов. Главного героя Одиссеи. Да, верно. А что? Ты не первая, кто так говорит. Ну, увидеть дворец может любой человек. Отправимся ко дворцу, пока можем. Найду укрытие. И это все? Руины? А чего ты ожидала? Не знаю. Величие. Меня назвали Одессой. В честь славного Одиссея. Я надеялась, что смогу лучше понять его. Ну и? Поняла? Увы, нет. Пойдем к кораблю. Я заплачу там. Вот, это тебе. Я разочарована. Почему это место так важно для тебя? Ты смеешься? Одиссей жил здесь, правил. Он положил конец Троянской войне. Ушел от Сциллы и Харибды. У него было все. Преданность, любовь, боевой дух. Он привлек к себе внимание богов и поплатился за это. Зато он стал легендой. Ты милая, так уверена, что придешь к цели. Не люблю, когда меня так называют. Я могу подобрать для тебя и другие эпитеты. Не терпится услышать. Скажем, прекрасная? Так даже лучше. Остальное узнаешь потом. Надеюсь, ждать недолго. Ну, что думаешь? Думаю, что мне стало гораздо легче. У меня так много желаний. Стать великой, как Одиссей. Не знаю, с чего и начать. Если ты хочешь стать великой, как Одиссей, действуй. Хитроумие принесло ему славу. А что можешь ты? Я проделала долгий путь. К руинам жизни Одиссея. Лучше живи своей. Не следовало просить совета у наемника. Уйди.
Ecco,
Sì.
Алексиас, дело сделано? Конечно. Отлично. Теперь Саван твой. Он тебе не нужен? Но тогда зачем? Я обрел нечто более ценное. За твои труды, Мисти. Мне начинает казаться, что это была проверка. Возможно. Ты молодец, Мисти. Что скажешь, если я предложу убить полководца в Мегарите? Справишься и получишь вдвое больше. А, что скажешь? Тебе придется уплыть с Кефалинии так далеко, что можешь не вернуться. Полководцы тоже смертны. Да. Что скажешь? Почему я? Тебя там никто не знает. Ты словно тень. Что ты можешь сказать о Мегариде? Это самые ценные земли в Греции. С военной точки зрения, конечно. К несчастью для местных жителей, у них два могучих соседа, и они не хотят жить мирно. Коринф и Афины постоянно сражаются за Мегариду. Кто этот полководец? Его зовут Волком. Он тебе чем-то насолил? Да, я теряю деньги. Он мешает вести дела. Я берусь. Отлично. Тебе нужен корабль. Он у тебя есть? Если бы был, мы бы сейчас не разговаривали. Как жаль. Боюсь, даже ты не доберешься туда без корабля. Найду. Прекрасно. Надеюсь, крепкий. Это почему? Плавать по морю весьма опасно. Грядет война, и волк не на той стороне. Война? С кем? Греки вцепились друг другу в глотки. В какой дыре ты жил все это время? На Кефалинии. Откуда мне знать, что ты на той стороне? Потому что я плачу тебе. Я тебя не подведу. Как сделаешь все в Мегариде, встретимся в Факиде, в лагере паломников. Thank you.
Нужна лодка. Найду корабельщика. Добрый корабль, Телеменис. Алексиус! Так и есть. Корабль для хорошего капитана. Капитана при деньгах. Мне очень нужен корабль. Каждому на Кефалине нужен корабль или место на нем. Еще бы, такая дыра. Мне ли не знать? Даже если купишь корабль, кто будет грести? Ты? Да я бы отдал левое яйцо, чтобы увидеть это. Это Кефалиния. Я всегда смогу найти того, кто готов рискнуть, лишь бы выбраться с этого острова. Моря сейчас опасны. Опаснее обычного. Это самоубийство. Немного от тебя пользы, Телеменис. Не знаю, поможет тебе это или нет, но по слухам, вас с Маркосом ищет циклоп. Слухи ничего не значат. Не верь всему, что говорят. Кстати, еще говорят, что его корабль в заливе Клептос. Корабль, говоришь? Думаю, стоит наведаться в Клептос. Осторожней. Этот одноглазый варвар опасен. Значит, можно взять корабль и расправиться с циклопом. Два зайца одним камнем.